Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня компрессор. Товарищ попросил посмотреть, говорит, получится сделать, сделай. Но не получится, говорит, все равно сделай. Перестал, говорит, работать. Стоял, говорит, долгое время, говорит, решил починить. Разобрал, оттуда что-то, говорит, высыпалось все. Я, говорит, обратно его скрутил еле-еле, говорит, и тебе привез. Сейчас посмотрю, что там произошло. Пока еще сам с компрессорами не возился. Но думаю. Вот. Головку он, говорит, снял. Оттуда что-то у него посыпалось. Весь ходуном ходит. Так, вообще электродвигатель работает? Нет. Работает. С этим-то понятно, вот как вот здесь вот планку удержать. Чтобы она ровно легла. Все равно я все-таки склоняюсь, чтобы сюда положить планку. Мазанул чуть-чуть литольчика по бокам, планку на литольчик приклею, не падает.
Так, попробую сейчас так включить. Так качает. Пробуй. Качает очень медленно, потому что здесь где-то воздух выходит. Хотя маленько и накачал. Что там получается? Все затерто. Почти 4 очка накачал. Сейчас разберу, посмотрю, что там такое.
Не хочет откручиваться. Откуда-то вот отсюда воздух идет. Что здесь за соединение? А это не хочет ни тот, ни тот не могу открутить. Сейчас побольше ключ возьму. Здесь получается какое-то отверстие маленькое. Так вот, здесь сверху получается между вот этими входами проводов отверстие. Вот через это отверстие дует воздух. Вот он клапан отсечки. Когда мы его здесь нажимаем, мы отключаем, но вот если посмотреть, он не нажимается. Похоже, что там то ли закисло, то ли пружинка вылетела. Что-то произошло. Так, вот так мы отключаем, он не качает. Вот так включает, он качает. Но вот этот стерженек должен подниматься вверх. А он не поднимается, он падает. И, следовательно, отсюда дует воздух. Попробую его силиконом смазать. Не знаю, насколько это эффективно будет. Но, может быть, разработается. Сейчас проводку на место поставлю, шланг прикручу и погоняю его, повключаю, повыключаю, может разработается.
пока крышку не ставлю, не закрываю. Так, здесь провода уберу. Шипеть перестало. Силикон все-таки помог. Все, не дует. И вот он поднялся вверх. Сейчас, если нажать. Все, накачал 8 очков. Сейчас немножко полиролем стекло очищу. Чуть-чуть до 8 очков не доходит. Ну и все. Компрессор починил. Никогда не связывался. Но в принципе ничего трудного нету. На этом все. Всего вам доброго.